Всем привет, вы на канале Илинка ТВ. Куда мы идем, Элика? Что у тебя сегодня? На танцы. Показательное выступление? Нет. Папа, а что? Открытый урок называется. Они будут заниматься как обычно, просто родители могут прийти посмотреть. Обычно нельзя родителям. Все, обычно родителям нельзя смотреть, но сегодня урок открытый. Чем она занимается? Да, чем она вообще занимается? Не надо. Да. Три года занимается, сейчас посмотрим, что она... Три года, полгода! А, полгода занимается, и сейчас посмотрим, что она занималась. Это у тебя или раздевалка тут будет? Нет, у нас нет. Раздевалка. Во, как разминку делают. Эля аж, ну, вон лежит, молодец такая. Отдыхает. Элечка вообще вон молодец. Достает так все. Ну-ка, давай, тянется. На эту ногу тяжелее получается, да. На правую вишню, чем на левую, да? Ну, еще, конечно, видно, что немножко балуется. Да? Да, тренер сказал, что они еще не идеальные. Обычно на них жалуются, что они плохо себя ведут. Это родители пришли, конечно, надо уже тут все, мы такие хорошие, порядочные, мы себя ведут, хорошо ведем. Перед своими, может, и не стесняются, а перед чужими тоже. Да. Они уже... перед другими родителями такие приличные. Сегодня просто все идеальные. Алиска танцует тоже, она занимается. Сказала, почему так долго? Она думала, тут концерт будет. А движухи нету. Ей уже скучно, хочется самой побегать, потанцевать, да, Алиса? Тише, папа, не шуми. Когда уже будет танцевать? Да, они попозже будут танцевать, сейчас разминка, а потом уже будут танцевать. Перерыв, устала? Да. От чего ты устала? 5 минут позанимались. Каких уже? 25. Целых 20. Ты тоже, Алиса, устала вместе с Элей? Ага. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 и 8. Угу. Помни, на лодке плывем. Руки работают как на лодке. Все, закончилось занятие. Или грустно? Как вы все это запоминаете? Что случилось, зайка? Ты расстроилась, что у тебя не получается, да? Я все записала, будем дома тренироваться. Пойдемте. Какой ты злая. Я уже ты всегда такая злая. Баба, не смог. Все, Эля не в настроении, хотела взять у нее интервью, а она не хочет, он грустно смотрит, обидел. Эля очень болезненно реагирует, если у нее что-то не получается. Она вот месяц мы сидели на изоляции, многие эти, не знают упражнения, так она расстроилась. Я попробую, не без разницы. В какую сторону делать это? Пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Алиса, говори пока. Пока.